В Саратовской области открылась Туриада. Лагерь Приволжского федерального округа собирает любителей спортивного туризма уже в пятый раз. В этом году проверить свои силы съехались 700 участников. Студенты, победители региональных слетов, спортсмены и тренеры. Чувашию представляет команда из 40 человек. Программа Туриады насыщена. У спортивного туризма много разных направлений. Наряду с походами спортсмены-любители участвуют в соревнованиях по ориентированию на местности. Организаторы не забыли про велосипедные и водные маршруты. Творческая часть не менее сложная. Надо подготовить видеоконкурсы и презентации. У сборной республики неплохие шансы на призовые места. За 4 года участия в Туриаде Чувашия лишь раз оставалась без наградного подиума. Напомним, сильнейшие команды получат путевку на всероссийские соревнования.